яблок, апельсинов и бананов, в магазинах все чаще стали появляться экзотические фрукты. Кокос, манго, папайя, маракуйя. Когда их ешь, возникает ощущение, будто ты отправился в путешествие. Но мы решили серьезно подойти к вопросу и разобраться, что в них полезного с точки зрения здоровья. Как они влияют на наш организм? Вот, например, один фрукт снижает уровень холестерина, другой улучшает состояние волос, а третий поможет при тошноте. Какой экзотический фрукт будет полезен именно для вас? Сейчас узнаю. Александр Мирошников, нутрициолог, кандидат биологических наук. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня хочется немного экзотики, поэтому мы будем обсуждать экзотические фрукты, чем они полезны или не полезны. И первое, о чем я бы хотела спросить, это красивый-красивый ананас. Ананас, который богат кремнием, 310% от суточной нормы. Что такое кремний? Это прежде всего здоровье, упругость нашей с вами кожи. Потому что участвует в формировании коллагена, и как только кремния у нас в достаточном количестве, кожа упругая, молодая и красивая. Это хорошо. Да. Еще плюсы. Помогает при тошноте. Конечно, это имеется в виду, когда нас укачивает либо в машине, либо в самолете. Вот вместо конфетки можно съесть кусочек ананаса. Ага, запомнили. Если куда-нибудь полетим в самолете, говорим, нам ананаса, пожалуйста, а не ваши леденцы. А теперь о минусах. Ну, прежде всего, органические кислоты, которым богат ананас, они влияют непосредственно на зубную эмаль, разрушают. И гастрит, да, нельзя есть и при беременности. Лучше, конечно, сократить использование ананаса. А сколько можно съесть ананаса? Ну, на самом деле 100-150 грамм имеется в виду два вот чистой плоти. Да, два колечка, это будет где-то там до 100 грамм. Раньше в модных женских журналах писали про ананасовую диету, что ананас помогает сжигать жиры. Он это действительно делает? Просто тогда было прям повальное увлечение этим ананасом. Но на самом деле это, конечно же, миф. Когда начали изучать воздействие непосредственно бромелайна на жировую ткань, ничего он не сжигает, но помогает усваиваться белку. Когда мы употребляем с мясом, рыбой, яйцами и так далее в качестве аперитива. Прекрасно. Давайте возьмем для разнообразия. Иногда на какой-нибудь праздничный стол, когда мы едим много мяса, можно купить ананас, тогда он поможет ему усвоиться лучше. Еще один экзотический фрукт – это манго. Вот манго я очень люблю, манговые смузи, например. Ой, вот, смотрите, чем полезна манго? Ну, давайте перечислять плюсы манго. Прежде всего, витамин С – 40% от суточного рациона. А что такое витамин С? Это опять помогает формировать коллаген. Дальше в манго есть пектин. Это клетчатка, полезная клетчатка, которая всасывает холестерин, ненужный из нашего организма, и выводит его наружу. Соответственно, у нас с вами очищается организм. Что? Способствует и улучшению кожи, росту волос и, естественно, профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Да, есть минусы, достаточно калорийные, много сахара, и, конечно же, не рекомендуется их есть. И тем людям, которые страдают лишними килограммами, конечно, лучше ограничить. Например, маленький кусочек такой манго в день. Александр, еще я знаю такой фрукт, как папайя. Очень красиво выглядит, но я, кстати, ни разу не пробовала. Вкусный? Ой, очень вкусный. А на что похоже? Ну, что-то среднее между тыквой и дыней. Чем полезна папайя? Вот. Это прежде всего наличие витамина С. Самое важное, что витамин С улучшает усвоение железа. А где взять железо? Железа много в мясе. И поэтому всегда рекомендуют комбинировать, например, мясо с папайей. Что интересно, что в этом чудо-продукте есть еще такое вещество, как папаин. Это вещество улучшает работу поджелудочной железы. Тем самым позволяет легко переваривать то мясо, которое мы уже положили рядом с папайей. Хорошо, попробуем папайю. Чем полезна маракуйя? Ну, на самом деле, про маракуйю очень мало что сказать. Что публикуют разные журналы, что в маракуйе содержится 52% клетчатки, и есть гидрокислоты, которые улучшают состояние нашей кожи. А гидрокислоты, которые действительно получают из маракуйи, получают фармакологическим, химическим путем, их выделяют, добавляют в крема, и потом мы только их используем, наносим на наш кожу. То есть так сильно маракуйя не полезна? Нет, ничего полезного в этом нет, просто очень вкусно, экзотично, да? И, как говорится, улучшает наш mental health, правильно? А-а-а,
вот да. Оно что. То есть я ем маракуйю, и мне кажется, что я на морях. Да, да, и мы радуемся. Попробую вылечить свое mental health. А я еще хотела про кокос спросить. Вот я его очень люблю. Я знаю, что он полезен для кожи, для волос. У меня и шампунь с кокосом. Все вообще. Кокос мега полезен, потому что содержит 44% меди от суточного рациона, 78% магния, огромное количество витаминов и минералов, которые укрепляют сосуд. Медь не дает нам сидеть, да? Магний, сердечно-сосудистая система, да, улучшается работа. То есть вообще такой кладезь, да, витаминов, минералов. Единственный минус у кокоса – то, что мякоть кокоса ужасно калорийна. 354 калорий на 100 грамм. Поэтому, конечно, те люди, которые страдают лишними килограммами, да, ну, должны ограничить эту мякоть. Ну что ж, Александр, вот такое путешествие у нас получилось. Спасибо большое, что рассказали про плюсы и минусы экзотических фруктов. До свидания. До свидания. К сожалению, попасть в тропики мы сейчас не можем. Зато тропики могут попасть к нам вместе с экзотическими фруктами. Обязательно их попробуйте и будьте здоровы. Пока-пока.